Несмотря на относительно благоприятную динамику распространения запрещенных препаратов на Смоленщине, ситуация в регионе в этом отношении продолжает оставаться сложной. Так, за 2019 год в Смоленской области выявлено 1220 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Годом ранее было зафиксировано около 1000 таких случаев. Очень активно идут и на телефон доверия, и на наше управление звонки от граждан, что в квартирах и запах появляется, и много людей ходит. На каждое сообщение мы реагируем и очень плотно, очень хорошо отрабатываем. За год изъято более 38 килограммов наркотиков. Это героин, синтетические наркотики. Больше всего доля веществ растительного происхождения. Обнаружено 23 килограмма. При этом жертвами опасных, а иногда и смертельных привычек больше становится молодежь. В текущем году произошел рост, конечно, несовершеннолетних. Привлекается к уголовной ответственности 26 несовершеннолетних подростков, которые непосредственно были задержаны при раскладках, так скажем, называемых закладок, а именно это синтетические наркотики, так называемая соль. Для снижения уровня преступности среди подростков организовано множество профилактических мероприятий. Такая работа проводится в учебных учреждениях, прежде всего это школы и колледжи. В молодежной среде становится популярно новое вещество, так называемые снюсы. Об их вреде уже говорят на федеральном уровне и разрабатывается проект для контроля их распространения. Это никотиносодержащие препарат, который несовершеннолетние подростки, даже есть и случаи у нас и совершеннолетние, которые, так скажем, не употребляют, а они носят сосательно-жевательного характера. В завершении встречи Алексей Белякин поздравил сотрудников с профессиональным праздником и пожелал всем плодотворной работы. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.